Защитить компьютер от взлома. Во Владимире прошли первые региональные межвузовские соревнования Центр CTF 2018. 5 и 6 октября на базе ВЛГУ и детского технопарка «Кванториум 33» студенты вузов показывали свои знания в сфере информационной безопасности. Участвовали 9 команд из Центрального федерального округа. Соревнования делятся на несколько категорий. В них включается компьютерно-криминалистическая экспертиза, сигнография, криптография, также уязвимости веб-приложений. То есть каждая категория имеет, в общем, совершенно разные науки. Вот. И в них задания определенные, разных уровней. Соревнования проходили в формате «Захват флага». Игрокам предложили выполнить набор разных по сложности заданий. За каждый правильный ответ – флаг, студентам начисляются баллы. Главная цель состязаний – повысить профессиональные навыки участников в вопросах компьютерной безопасности. Задания были интересные, неожиданно какие-то простые, какие-то сложные были. Вот, в общем, нам понравилось, мы получили кучу удовольствия. Победителем соревнований стала команда из Орла. Она получила право принимать участие в Кубке CTF России. Второе место у студентов из Воронежа, а третье получили игроки из Ярославля. Мария Котлярова, Губерния, 33.